Здравия желаю. Итак, сегодня опять принесли мне 6 батарей. Подготавливаем к запуску БТГ. И вот они лежат, как видите. Сейчас я принесу, покажу. Одна вот, такую покажу. Так. То есть я не заморачиваюсь, как рептилоиды. Вот это вот 6 штук. Кожух, раздираю кожух на 2 части, выдираю батарейку и вот подпаиваю черный минус плюс. А здесь вот какие батарейки, видите, попались. Я такие не видел. Кто знает, напишите, что это батарейки. Узкие. То же самое. Минус плюс. А потом вот у меня короб есть, он короб. Ведерко энергетическое и короб. То есть сейчас уже получается еще 36 штук. И там есть так, 48. То есть может на одну сторону уже попробуем собрать. Сейчас надо кожу этот чемодан железный, наверное. На всякий случай, другой. Железный ящик. Застелить его, значит, изоляцией. Проложить эти батарейки. Его уже можно пробовать. Возможно, на одну сторону уже. То есть, чтобы запустить, хватит. И еще-то надо будет, чтобы заправлять. Столько же там. Получается. Сейчас скажу, 48 уже есть, и сегодня 36. 48 плюс 36. 84 штуки. Примерно 2 ампера у них. Помножить на 2. 168 ампер, но они там полудохлые. Разделим опять на 2. 84. И помножим на 3. И 7. То есть ватт 300 уже, как говорится, есть. Это мало, но можно попробовать одну сторону запустить. Так что дело продвигается к запуску, готовимся. Вот. Потихоньку. На этом все.